Здравствуйте, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем нашу золотую рубрику ответов на ваши прекрасные вопросы. Поэтому пишите все темы, которые вас интересуют, внизу в комментариях. Будем рассматривать и отвечать на те вопросы, которые вам необходимо озвучить для достижения поставленных целей. Ребят, сегодня мы с вами собрали потрясающий абсолютно набор из 5 топ-задаваемых вообще вопросов о телостроительстве, а в частности о том, как сбрасывать лишние килограммы. Ребят, 5 пунктов, которые относятся к мотивации, демотивации, к идее, к активности, в общем, что делать для того, чтобы не сорваться, что делать для того, чтобы достигнуть поставленной цели, а самое важное, что делать за границей достижения этой цели. Неужели можно все начать подряд есть обратно и вес не вернется? Сегодня о всем об этом более подробно. Поехали! Пункт номер 1, ребята, давайте поговорим на самом деле о розовом слоне в этой комнате. Это сладкое. На самом деле сладкое. Десерты, булочки с маком, без мака. Господи, с чем угодно. С маком — это моя слабость из прошлого. А еще с вишенкой. Господи, боже мой. Родные мои, это всегда самая главная зараза, которая мешает нам добиться поставленной цели. Потому что мы решаем, вот с сегодняшнего дня 100% мы будем работать, с сегодняшнего мы прямо однозначно беремся за свое питание, и потом случается так, что бабушка принесла пирожков, или я шел мимо этой кондитерской, а здесь прям вот только из печки достали. Вот это, ребята, самое первое, к чему мы должны с вами адресоваться. Не к калориям, не к активности, не к каким-то золотым порошкам или к методикам. Родные мои, самое важное — это понять, что ваш сахар, к сожалению, должен уйти. И это, с одной стороны, и прекрасно, потому что это сделает вас несчастным на 5 минут, но когда вы поймете, что вы стали по-настоящему свободным человеком, вы теперь можете кушать, строить и быть не привязанным к тому, а если вечером у меня пачка печенья, чтобы быть счастливым, вот этот факт, ребята, с одной стороны, людей, которые неправильно себя ставят, может сделать несчастными, и они будут ждать, когда же уже этот читмил, когда же можно избавиться от этой диеты, а с другой стороны, это делает вас всесильными, и вы можете поставить любую задачу в телостроительстве. Поэтому отказ от сахара, но не жертва. Вы приобретаете свободу и уверенность в себе. Теперь переходим к пункту номер 2. И пункт номер 2, ребята. Мы с вами поняли, что наш розовый слон в качестве огромного количества пирожков и сладкого должен уйти. И вы понимаете, что вы ели лишнего, например, 1000 калорий. И сейчас вопрос, а что такое калории? Ребят, калории — это необходимая питательная, энергетическая единица вашему организму. И теперь, опять же, вопрос, сколько мне их нужно для того, чтобы я мог или могла правильно избавляться от лишних килограмм? Это очень простая схема и формула просчета. Пожалуйста, оцените свою активность от 1 до 5. Например, возьмем меня. Я оцениваю свою активность на 5. Это означает, что у меня больше 15 тысяч шагов, это означает, что я хожу в зал, это означает, что я очень активен. Если бы я работал в офисе и делал, например, там 2-3 тысячи шагов, это было бы единичка. Берем 20, это такая вот несгораемая сумма, к ней прибавляем наш коэффициент. Получается у меня 25. И мы умножаем это все, ребята, спокойно, не путайтесь, пожалуйста. Мы умножаем это все на вес нашего потенциального худеющего человека. У меня 25 умножить на 75 килограмм. Это же элементарно просто. Это точнее, чем любые весы в клиниках по похудению, ребят. Это все вам не нужно абсолютно. Вы можете избавляться от лишних килограмм, если будете знать одну вещь. Как узнать свой метаболизм? Вот это элементарно. 25 умножить на 75, в моем случае. Вес на активность. Все просто. Я получаю цифру 1900 калорий. 1900 калорий – то, что мое тело будет тратить каждый день в том темпе жизни, в котором я живу. То есть сверху еще добавляется расход из спорта, сверху добавляется еще какой-то расход, но 1900 калорий для меня с моим образом жизни, если я ничего не изменю, будут тратиться однозначно. Теперь, для того, чтобы вы начали избавляться от лишних килограмм, что нужно сделать? Нужно не стараться создать дефицит, как многие люди стараются его делать, из недоедания. Это очень вредно для организма, для женского здоровья, для мужского здоровья, и вы долго так не протянете. Если я свои 1900 постараюсь есть, например, на 900 калорий или на 1000 калорий, представляете, какое недоедание? Это будет наш организм истощать. Поэтому мы с вами, опять же, на примере меня, 1900 я должен есть, я ем 1700 внимательно и не ниже. И далее шаги, зал, спорт, активность, и это создает такой буфер из активности. Вы видите, да? Мы с вами имеем дефицит, например, 700 калорий, где 200 лишь недоедания, а 500 потрачены из активности. И это
принцип здоровой экономики, где ты много зарабатываешь и много тратишь. Соответственно, в этом случае ты хорошо кушаешь и много тратишь, и когда ты ляжешь спать, твой организм будет дефицит калорий восстанавливать из жира, потому что все процессы обмена проходят ночью. И это, ребята, был пункт номер 2, как узнать свой метаболизм и понять, что вообще происходит с вашими калориями. Переходим к пункту номер 3. Ребята, дорогие мои, приглашаю вас от всего сердца, раскликивайте описание этого видео, и там внизу вы найдете информацию о ближайшей дате старта нашего мощнейшего проекта, который называется ПГ-марафон. 21 день нашей совместной работы, где мы с вами избавляемся от лишних килограмм, укрепляем наше здоровье и становимся увереннее и здоровее, тренируемся и готовим вместе. А самое важное, это наше личное общение. Смело! Уверенно раскликивайте описание этого видео, отправляйте вашу заявку, потому что ближайший старт уже не за горами. Жду вас! И пункт номер 3, мои дорогие ребята, мы с вами пришли к, наконец-то, тому, что же все-таки нам нужно есть. В первом мы попрощались со сладким, мы поняли, что оно нам не нужно, чтобы быть счастливым. А самое главное, мы поняли, какое огромное количество калорий приносит сахар в нашу жизнь. Во втором пункте мы с вами поняли, какие энергетические потребности наше тело абсолютно индивидуально для каждого содержит. И сколько нужно калорий для того, чтобы худеть, и как их правильно не доедать и тратить. А в третьем пункте, ребята, мы с вами подошли к вопросу, что же кушать. Так вот, это называется палеодиета. Я больше люблю это называть не диетой, а просто здравый смысл при выборе своих продуктов. Вы выбираете то, что живое. Не имеется в виду, вы выловили рыбу из озера и хотите ее съесть живой. Нет, ребята, то, что максимально не обработано. Например, мясо вы взяли, вот кусок мяса, он за вас никем не приготовлен. Вы его пожарили, вы взяли помидорчик, огурчик, взяли грушу, яблоко, вы взяли любой фрукт или любой овощ, или что угодно, что мукало, хрюкало, бекало, мекало, и что росло в земле, или под ней, или в море было. Ребята, живые продукты, насыщенные витаминами, минералами, исключая полуфабрикаты. Пожалуйста, давайте вашему организму те калории, из которых он будет строить вас же. С желательным распределением из 100% ваших калорий. Мы только что с вами говорили, мои 1900, я ем 1700, чтобы худеть, и остальное расходом. Вот эту 1700 калорий я должен 60% этих калорий наедать из жиров, 25 из белка и 15 из углеводов. Обычно это сыр, шоколад черный 85-90, мясо, салаты и на десерт ягоды. Это прекрасная чистая диета, которая дает вашему организму строить из здоровых калорий, насыщенных витаминами и минералами. Это основы палео или диеты здравого смысла. Просто ешьте то, что приносит вам пользу, ребят. Это пункт номер 3. И пункт номер 4, мои дорогие ребята, мы с вами подошли к важнейшему моменту, когда же кушать наши с вами чистые, полезные калории, приходящие по большей части из жиров, в серединочке белок и минимум углеводов без сахара. Пожалуйста, ребята, постарайтесь отказаться от завтрака, я вас заклинаю 1000 раз. Вы будете удивлены, какие глубины вообще производительности вашей энергетической насыщенности вы раскроетесь в себе, если вы будете пропускать завтрак. Не бойтесь, что вы будете сонной мухой, наоборот. Вспомните каждый раз, когда вы обедаете. Хочется прилечь немножечко поспать. Если вы все свои калории, качественные, полезные, где у нас сырочек, мясо, где у нас салатики, фруктики, принесете после 12, это драматически увеличит вашу продуктивность. Можно даже немножечко на позже. Это называется методика интервального или периодического голодания. Зачем это делается, ребята? Это делается для того, чтобы вы первую половину дня имели очень низкий уровень глюкозы, базальный, и очень низкий уровень инсулина. Что, в свою очередь, гормон роста, соматотропный гормон роста, который вырабатывается вашим гипофизом во время сна, будет держать на высоком уровне. Это позволяет жиросжигать в течение дня, быть активным, продуктивным и вообще просто раскрывать свой потенциал на все 100%. Ребята, я вас призываю, пропустите завтрак, и вы будете удивлены тому потенциалу, который скрывается в каждом из нас. Теперь мы переходим на пункт номер 5. И пункт номер 5. Ребята, сверху на наши здоровые чистые калории, на нашу интервальное, периодическое или хотя бы отсроченный завтрак мы накладываем активность. Активность, я не подразумеваю обязательно ходить в зал и поднимать тяжелые штанги, нет. Ребята, у нас, у всех с вами, есть богом данные 2 лучших инструмента для сжигания калорий. Это наши ноги. Если вы будете делать 10 тысяч шагов за сутки, не за раз, я вас прошу это делать, ребят,
не нужно пугаться, что нужно выйти и идти, пока ты не сделаешь 10 тысяч шагов. Нет, у всех у нас есть смартфоны. Во всех смартфонах есть всегда встроенные шагомеры. Поставьте себе за задачу с момента, как вы проснулись в 6, в 5, в 10 утра, до момента, пока вы не отошли ко сну, делать 10 тысяч шагов. Это даст вам то самое кардио, ту самую минимальную нагрузку, которая настолько полезна для вашего сердца, легких, для того, чтобы ваша лимфа двигалась, для того, чтобы вы были здоровым человеком с той самой здоровой экономикой. Вы много тратите. Помните, я вам рассказывал о том, что я должен есть 1900, чтобы мой вес не менялся, я ем 1700, а остальное расходом. Вот этот расход, ребята, приходит 250-300 калорий из тех самых шагов. Не обязательно идти в зал и там точить на дорожке, потому что, ну так принято. Вы садитесь в вашу машину, приезжаете в зал и там ходите. Оставьте машину дома, гуляйте с собаками, со своими котами, черепашками, со своими детками. Ребята, ваши шаги включаются все. Я пошел, поставил себе кофе, сделал. Я пошел, пропылесосил квартиру. Вы пошли гулять с детьми, неважно. Ребята, ваши 10 тысяч шагов – это буфер вашей активности. Это ваш долг перед вашим телом, который вы обязательно каждый день должны ставить за приоритет, отдавать. И это даст вам правильный расход. Есть у вас возможность ходить в зал, в секцию или куда-либо, это абсолютно уже на втором месте. Да, я приветствую работу и тонус, чтобы ваши мускулы работали, это прям очень хорошо для еще большего уровня гормона роста и поднятия анаболизма, то есть поднятия ваших половых гормонов, это очень-очень полезно. Но сейчас мы об этом не будем очень глубоко говорить. Наша задача, ребят, держать на низком уровне инсулин, на низком уровне нашу глюкозу, стараться поднимать наши основополагающие соматотропные гормоны, гормон роста, тестостерон и опускать гормоны, которые способствуют отложению жира. Вот это все, ребята, в этих 5 пунктах. Отказ от сахара, просчет правильных калорий, кушать с уклоном на жиры, быть активным, кушать после 12, и этого будет достаточно для того, чтобы ваше тело раскрыло такой потенциал, который сделает вас просто супергероем. Вы не узнаете себя через полгода, то, на что вы способны, на вашу автономность, продуктивность и как работает ваш мозг. Когнитивные функции, ребята, просто раскрываются. Я вас призываю, учитывайте эти 5 пунктов, следите не столь пристально, потому что это должно быть удобно и это должно приносить удовольствие. Каждый день это возможность стать лучшей версией себя. Будьте здоровы и обязательно подписывайтесь на этот канал. Спасибо!